В Луганской области подсчитывают голоса после выборов. Всю ночь работали комиссии на избирательных участках. Какая там ситуация, узнаем у корреспондента телеканала «Дом». С нами на связи из Северодонецка Анастасия Волкова. Анастасия, добрый день. Каковы результаты голосования на данный момент? Андрей, пока что о результатах голосования говорить рано. Участковые комиссии за ночь подсчитали голоса избирателей, но в районную территориальную избирательную комиссию еще не поступили протоколы в том виде, в котором они должны быть. Председатель Северодонецкой районной территориальной избирательной комиссии сообщил нам о том, что в протоколах очень много ошибок. Так, в Кременной 17 участковых избирательных комиссий, а в Рубежном 28. Из них протоколы приняли только от 3 участковых избирательных комиссий из Кременной, предлагаю послушать. На данном этапе Кременная, Рубежная, Дельничная избирательные комиссии подсчитали голоса и пробуют сдаться в территориальную выборчую комиссию, в МИСКИ. Но у них там много ошибок по протоколам, и их возвращают. В общем, такая ситуация. Еще на Кременной 3 только участковых комиссии, по-моему, приняли, а в Рубежном даже не приняли еще ни одной. По сообщениям полиции, вчера были нарушения, но на ход выборов они не повлияли. Предлагаю послушать. В день выборов до полиции надошло 72 повідомлення про порушення виборчого законодавства. В результаті перевірки даних повідомлень порушено одне кримінальне провадження по Сватівському району за статтею 186. Найбільше повідомлень зареєстровано в місті Рубіжне. По словам председателя районной территориальной избирательной комиссии, результаты голосования будут известны вечером или уже завтра. Андрей. Спасибо, Анастасия. Это была Анастасия Волкова, наш корреспондент. Она рассказала о результатах голосования в Луганской области.